Розпотякування офіційного Пекіна про якийсь мир в Україні розходяться з реальністю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі із таким собі головою МЗС Китаю Ван І. Формула міра, яку когда-то озвучив Зеленський, це не мір, це капітуляція. Саме з Китаю та Гонконгу до РФ прямують близько 70% верстатів та 90% мікроелектроніки. Це допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку та боєприпаси, необхідні у війні проти України. В той же час Ван І наголосив, що Китай виступає за припинення конфлікту в Україні. Ви розумієте, як вони це трактують? І закликав Сполучені Штати не дискредитувати Пекін. Китайці лише допомагають вбивати українців та руйнувати їхні міста. І нічого більше. Вы знаете, ну это к вопросу относительно, чей сателлит Бразилия. Бразилия плотно на китайских сидит деньгах, ресурсах российских, там известно все. Лула это вообще жулик, коррупционер, которого осудили, он там через промежуток, значит, был президентом от левых, сейчас вернулся. Но неважно, суть здесь, смысл в следующем. Мы понимаем, что из себя будет представлять план, фактически это китайский план, это никакой не бразильский план, и не совместный план, это китайский план, который, скажем так, скорее всего, не будет приемлем, прежде всего, Вашингтоном, потому что Вашингтон не видит посредника в этом войне, который может предложить какой-то дельный мирный план. Ну, просто это их. Нужна для довеска такого. Вот, это, считай, одно и то же. Конечно, этот план в расчете именно на победу Трампа. И больше никак. Конечно, конечно. При том, что Трамп явно не про китайских настроений держится. Явно не про китайских настроений. Но в данном случае будет удобно говорить, а у нас плана нет, вот у нас устроит этот план, по которому де-факто Украина будет расчленена, и ее суверенитет будет ограничен. Вот это важный вывод из этого плана. И здесь никаких вариантов нет. Нету здесь вариантов, и поэтому мы отдаем себе отчет, что это то, что суммировалось челночной миссией Орбана, когда он ездил. Вот они так перетурбировали это все. Я хочу сказать, что то, что приоритет в отношении Китая перераспределен в Вашингтоне именно так, что это главный враг, а Москва – это, так сказать, гораздо меньше по масштабу и тревожащий, но не окончательный союзник Китая, вот так они это трактуют, это неправда. Это ложь. Это ложь, правильно сказать. Москва гораздо опаснее Китая. С Китаем, как это ни странно, всегда договаривались. Китай мощен, Китай значим, и Китай оспаривает место США как лидера, там, эгоцентрического лидера всего международного масштаба, всего мира. Я считаю, что Китай этот вызов может и бросать, но для этого, для его подкрепления нету главного. Нету уровня готовности в военном смысле, в смысле обладания ядерным оружием, и нет этой традиции противостояния. Вот Москва, Советский Союз в ее лице, такой опыт имеет. То есть у них в мозжечке там лежит о том, что мы некое имперское могущество олицетворяем собой и кидаем этот вызов обоснованно, потому что Русь, Россия, так сказать, это делала на протяжении столетий. Свое имперское могущество швыряло, значит, в адрес своих противников на Западе. То есть есть традиция противостояния Западу. У Китая есть некая традиция отдельности, замкнутости и так далее. Для того, чтобы говорить о том, что Китай гораздо опаснее Москвы, нужно видеть некий военный потенциал и опыт решения проблем военным путем у Китая. Он слабый, у него его нет. Они даже воюя с вьетнамцами, и то проиграли войну в 70-х годах. Мы не видим никаких предпосылок опасности Китая
по части войны и всего остального. Все это бряцание в отношении Тайваня не является столь масштабной бедой, которую осуществляет Москва на разных театрах, не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, как я уже сказал, через своего союзника Северной Кореи в Юго-Восточной Азии. Причем там балансирует как раз Китай. Поэтому я глубоко убежден, для того, чтобы понизить Китай, нужно демпингануть Китай, нужно сначала победить Москву, победить путинский режим. И тогда у Китая исчезнет важнейший союзник. Причем, заметьте, Китай как раз очень настроен на то, чтобы у власти оставался Путин. Он об этом прямо говорит. Он, когда Си Цзиньпин в прошлом году приезжал в государственный визит, он сказал, голосуйте, говорит, за него. Он прямо так сказал, вот у вас есть за кого голосовать. Ну, понятно, что никаких выборов там нету, но что это такое? То есть тут никто не возмущается о вмешательстве, еще чем-то, ну и нормально. Ну, Си Цзиньпин же сказал, большой хозяин, желтый хозяин сказал, значит, за кого голосовать, или там, кто у вас будет начальником, понимаете? Орда. Вот будет на книжение, весь набор. А Китай не заинтересован в поражении Путина. Он хочет, чтобы Путин оставался, но и не заинтересован в победе Путина над Украиной, как это ни странно. Как я уже говорил, для того, чтобы не усилился и гонор не появился, а мы без Китая обойдемся. Мы но теперь... китайский план – это все-таки победа России, это оккупация наших территорий, да, там без Киева. Это победа. А, это, безусловно, победа, но еще раз хочу подчеркнуть, при посредничестве Китая это победа и его тоже. Понимаете, Китай от этого попытается получить свой дивиденд. Вот. Ну, они же тоже понимают, что план этот не будет принят. Ни Киевом, ни его западными союзниками. Поэтому игра продолжается, она не останавливается. Это тоже надо взять отчет. Но моя мысль заключается в том, что не надо в Китае видеть равнозначного противника, как и Москва. Москва гораздо сейчас опаснее. В силу очень многих вышеперечисленных причин. Потому что ей нечего бросать в виде вызова. У нее нет экономического потенциала Китая. Нету этого масштаба демографического, географического и другого. Ну да, география велика, но она имеет значение только в части, касающейся военного потенциала. Сохранение его гарантирует Москве возможность продолжения шантажа и третирования вообще международного сообщества, прежде всего Запада. А кого они еще третируют? Вот что очень важно понять. И если на Западе возьмутся за Москву по-настоящему, то и Китай сильно потеряет весь. Вот моя мысль. Генассамблея ООН – это вообще очень интересное событие, потому что это же как нейтральная территория. Там, несмотря на то, что это Соединенные Штаты Америки, но там могут оказаться все, именно поэтому этим пользуются и спекулируют, в том числе россияне. Я думаю, что вы видели, как два придурка, два гондона, простите меня, пожалуйста. Значит, там один преследовал Анну-Лену Бербок, журналист, не знаю, там, «Россия-1», «24», в сортах не разбираюсь. И, значит, один преследовал президента Зеленского. И к президенту Украины был вопрос, да что же вы не хотите переговоров? Ну что же вы за такое? Вот, я не вижу. Да, а что за пидорас это был? Я не знаю. No name. То есть для меня это лицо абсолютно новое, это не Попов, не кто-то такой. Да? То есть там просто рядовой, притом там человек с каким-то очень плохим английским, но, значит, к президенту Зеленскому почему-то не хочешь, почему вы не хотите переговоров. Можно, говорит, даже по телефону переговариваться. И ясно, что это не для украинцев. Наверное, это и не для европейцев, потому что, к счастью, прикручивают, да, по чуть-чуть пропагандистские каналы. Наверное, это для своих. А неужели действительно можно говорить, нет, ну так мы ж предлагаем все время мир, это вот Зеленский хочет бесконечно воевать. Как эта карта разыгрывается с тем, что как будто бы Украина не идет на контакт? Не, ну так это же целая стратегия на это направлена, пропагандистская, конечно. Нужно демонстрировать, что они такие миротворцы, что на них напали, что они защищают. Но это же неправда. Но это же неправда. Ну вот. Вы же не можете 24-го рассказывать, он выходит и говорит, мы зашли на территорию Украины, мы первое, второе, десятое, через 2,5 года, он говорит, на нас напали, мы жертвы, так не бывает. А вот так, хоть ссы в глаза. Ну а как по-другому-то? Это же его слова, не наши с вами. Вот так. А мы будем так говорить. А мы вот вас перепиздим, как говорят на зоне. Понимаете? Ну там не ругаются, это скорее такая феня. Такая уличная, скорее, жаргон. Но понимаете, кто кого? Кто кого? И это очень важно, им постоянно рассказывать сказки про, значит, свое миролюбие. Понимаете? Это очень важно. Они от этого не отказываются. Они заваливаются в агрессию, там еще во что-то. Знаете, как Небензи процедил, что, значит, никто нас не принудит к миру. Вы же мир не хотите, что ли?
Ну, и это я к тому, что, конечно, и безусловно, это совершенно поведение сознательное. Им важно показать, что Украину все уговаривают, значит, пойти на мероприятие, ну, понятно, на условиях Москвы. И Украина почему-то, удивительная вещь, не хочет соглашаться, значит, с отторжением своих территорий, потери суверенитета. Действительно, какие странные люди. Вот они вот реально не хотят, понимаете? Что же тут они такие неправильные? Ну, и этому Шлюшки-журналюшки, который вот бегал там с микрофончиком, да, я не видел сам. Ну, я допускаю, я видел, как это происходило там в Страсбурге, еще где-то. Я кому-то тоже, да, пинка дал, кстати. Как-то я был в Европарламенте, просто не видел, я отвернул. Был дело какое-то. Ну, неважно. Да. Вот. Я видел, как они это делают, и я допускаю, что это организованно все было. Сказать, бегай. Знаете, как в этом в Остапе Бендере, это «Дай миллион». Вот Паниковский бегает за Корейка. Вот приблизительно вот так. «Дай миллион, давай, иди беги за ним». И кричи, значит, что вы мира не хотите. Все это показывается, конечно, это больше для внутреннего употребления, но и для внешнего через пропуск во внутренний. Да. Тоже для того, чтобы, повторяю, во внешнем контуре продолжать этот нарратив про то, что это Украина сопротивляется миру. Украина. А мы нет. Москва-то нет. Москва хоть завтра за стол переговоров. А о чем? Ну, садитесь. Вот Тривословие. Тривословие говорит, санкции отмените, значит, внеблоковый статус и 4 области нам отдайте до границы административной. Они же это предлагают. Ну, погодите, а что они другое предлагают? Покажите, что они другое предлагают. А Зеленский им говорит, а вот формула мира, приезжайте к нам на конференцию, там будем обсуждать в рамках международного права, обязательств стран, уважение суверенитета, территориальной целостности. А чего вы не едете-то? Вот они им надо отыграть в эту сторону. Понимаете, сказать, не-не, это мы не на формулу мира. А что вам не нравится формула мира? Там все страны, все нормально.